Всем привет! Приготовим творожную запеканку с абрикосами. Смешиваем творог, сахар, манную крупу, сметану и яйцо с помощью блендера. Перекладываем все в смазанную маслом форму. Творожный слой лучше делать небольшим, высотой 3-4 см. Чистим и нарезаем абрикосы и выкладываем их сверху. По желанию посыпаем запеканку сахаром и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-35 минут. В готовой запеканке можно добавить мед и миндальные лепестки.